Всем всего доброго, всем привет, с вами Стаскобальт, канал Стаскобальт. Записываю видео по танкам. Хотел сказать какие-то новости, какие-то там подробности, чтобы давно я не выходил. И вот сейчас хочу сказать, что танки, по-моему, как-то видоизменились. Почему там видоизменились? В том плане, что мне пока кажется в рандоме, что очень много стало ботов, очень много стало каких-то непонятных боев, потому что, конечно, рандом разнится после того, как после этого марафона, после там, что люди ушли, онлайн как бы понизился. Вот, поэтому надо сказать, что-то почему сейчас вот акция идет за акцией, очень таких неплохих, но, по-моему, рандом не восстанавливается, я не знаю, мне, или мне так кажется, но на всех серверах я смотрел, ну что-то очень как-то играть, прямо скажем, не очень комфортно. Причем на любой технике, я не знаю. В комментариях тоже многие оставляют, что не очень как-то что-то становится. Много сливов, я не знаю. Сейчас идут акции по итальянским танкам. Вот тоже я качаю. 6-й уровень у меня пока. Будет 7-й, вот. Но до этого какие-то итальянские танки вообще были какие-то никакие. Похожие были на российские танки. Вот. То есть они вообще никакие, никакущие. До 6-го уровня, потом на 6-м уровне более-менее. Надо сказать, что ведет себя снаряд там, конечно, у этих итальянских танков очень, как говорится, ну, странно, не странно, но так вот сделали. Летит он по навесной траектории, поэтому не очень приятно на нем, с одной стороны, дамажить, причем это с первых уровней снаряды, они летят у них там по навесной траектории, не как у обычных танков, поэтому заметил в рандоме, что многие даже их и перестали качать. Вот, потому что и так как бы точность порезана, точность у многих урезана, а еще и приходится и по навесной этой траектории просчитывать. Это очень тяжело, поэтому я говорю, что многие даже перестают и качать эти итальянские танки. Я говорю, если бы можно было хоть по кривой траектории сделать эти снаряды, чтобы они хоть как летели. Ну, вы сделайте, вот видите, сейчас стреляю. Но точность, она и так убрана. Уже до урезана, порезана до изнеможения. То есть почти на многих танков, почти, я не знаю, или это точно проводится, то есть на каких-то, у кого-то на аккаунте там у него будет нереальная точность, у кого-то, естественно, она будет гораздо хуже. То есть я заметил буквально где-то с начала месяца, где-то вот была урезана еще плюс еще, была урезана плюс попадания, то есть идут просто какие-то попадания, не пробил и все. И нету, нету дымага, не проходит вообще. То есть надо 3-4 снаряда попасть по танку, чтобы просто альфа прошла. То есть это вот начало происходить где-то с конца марафона, где-то вот в середине марафона. И это вот сохраняется, то есть такая тенденция. Причем я на разных танках играл, на разной технике.
блин, куча, не куча, просто попаданий, куча. То есть, и это не у одного у меня, это вот в чате многие там писали, почему попадание, попадание. Меня тоже попадают, и все, альфа не проходит. Ладно, там итальянские танки, ладно, хорошо, если у них там непробиваемость. В них попадают, но в обычные танки уже стреляешь в борт, и не, альфа не проходит. Очень странно. Поэтому такие проблемы, вот такие вот, как говорится, делюсь просто какой-то своими впечатлениями. Даже пытался какой-то бой записать, выложить такой более-менее приличный, но на каком-нибудь танке, на том же итальянском танке. Ну пока, да, были бои там, основной калибр я на нем не брал, на этом итальянском танке, но были хорошие бои, но все-таки вот решил какие-то там свои бои выкладываю, поэтому более-менее такие приличные, поэтому не решился я даже выложить этот пока итальянский танк. Как будет какой-нибудь бой, так выложу бой, может быть этот экипаж получу, и с экипажем будет получше, потому что ни боевого братства, ничего нет на этих танках. Вот. Сейчас смотрите, останусь я один против, получается, четверых. Вот. Ну, три арты довольно-таки агрессивно будут действовать, будут агрессивно меня искать, убивать, но все-таки здесь я всех задавлю, видите, меня тут обзывают, как говорится, в рандоме, видите, пишут, что вот я стою там, ничего не делаю, но просто играю по тактике, как бы по такой тактике, что здесь в меньшинстве остался, поэтому у арта очень, ну, неграмотно действуют. Видите, у них очень грамотно, 4 они фрагов сделали, и поэтому я не старался здесь не высовываться. Вот. Это было, были еще бои мои до марафона, но потом бои были, да, хорошие, бои хорошие, но вот такие, чтобы действительно они были интересные, было очень мало боев. Поэтому я говорю, что что-то не так, что-то не то, особенно после марафона. Видимо, этот онлайн просел, они не могут этот онлайн теперь поднять. Вот опять ошибки этого марафона сказываются на всех игроков, на всех, все, кто вот играет сейчас. То есть ошибки этих разработчиков. Вот поэтому нельзя делать так, чтобы онлайн проседал, причем резко проседал и не мог восстанавливаться заново. То есть это очень, конечно, негативно сказывается на игре. Вот. И в общем, поэтому вот я говорю, вот одного я убил, сейчас убиваю второго, убиваю Шкоду, и остаются две арты. Причем они сейчас арту одну заберут, вот одну арту уже забрали, и буду я здесь против двух арт действовать. Вот это, да, это премиумный у меня танчик, у меня два их, один 6 уровня, другой ФВ 8 уровня английский. Ну вот этот я просто на нем давно играл, поэтому экипаж почти там 7 перков, очень такой выкачанный экипаж, прокачанный. Вот. Надо сказать, что у него точность урезана, порезана. Сейчас, конечно, на нем тяжело играть, на этом танке. Вот, не такой он точный, как был раньше. Надеюсь, они апнут эти прем-танки и хоть что-то изменится, хоть будет хоть играть более-менее, как бы в рандоме будет, как бы как-то более-менее будет лучше играть. Вот смотри, сейчас
Арту я убиваю. Я его высветил, убил. С трех выстрелов. И сейчас снаряд прям над головой у меня пройдет от другой арты. Вот сейчас он у меня попадает. Вот. Другой там режим был какой-то, надо сказать. Он мне очень не понравился. Два боя я там сыграл в этом режиме. Вообще мне не понравился. То есть там какой-то режим этот... забыл, как он называется, этот режим. Господи. Ну, там надо захватывать, короче, базу. Там тролливали. Короче, вообще не понравился. Вообще, надо сказать, это еще до очередное, как говорится... Я уже не хочу ругаться, ну блин, скажу, ладно, очередной высер от этого ВГ. Как можно сделать такой режим, который вообще не зайдет? Вот. Они очередной раз сделали. Лучше бы они в рандоме порядок навели. Все, всем всего доброго. На этом все. Какие-то недовольства, какие-то высказывания я высказал. До следующих встреч. С вами был Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем всего доброго, всем пока. До следующих встреч.